you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Мой Кирилл Путбуль, и сегодня у нас будет тюнинг нашего Хаммера. Четко. Я бы купил в предыдущей серии и подарил чуваку Субеху, а купил себе Хаммера. И поставил блат номера Хам 3 восьмерки. Так, нам нужно... Блядь, где тут банк, я забыл? Блин, он там. А как мне туда продвинуться? Блин, не бомбите то, что я сейчас нарушаю, типа, но я как бы по лейке стараюсь ехать. Блядь, на такой хуете большой по лейке, ну, как бы, блядь, он еще черный. Конечно, перекрашу его, сейчас поеду. Не знаю, диски на него ставить или нет. Ну, сейчас посмотрю, как на нем диски будут встретиться, блядь, но это, я думаю, будет полный пиздец, если на него диски какие-то поставить. Так, мне нужен банк, потому что нужно оплатить за дом. Что за голубизна, блин? Так, стопэ. Назад. Во. Так. Отделение банка Арзамас. Выключи двигатель. Погнали, оплатим за дом, блин. Потому что... Летает постоянно, заебал уже. Пополнить домашний счет. Конечно, 47 тысяч. Все, на 47 тысяч я оплатил. Блин, вот этих 47 тысяч буквально хватает на 3 дня, вот серьезно. Ну, 4 максимум. Ну, я, блин, я думаю, это хватает на больше, но, бля, что-то у меня слетает он часто. Ладно, поехали в тюнинг, короче. Хотя, стоп, надо бабки еще снять, блядь. Ладно, сейчас добежим. Бабосы снимем. Блин, у меня, значит, осталось 270 тысяч. Я снял себе 500. На всякий случай. Не, ну Хаммер, бля, пиздатый, конечно. Ну, сейчас я его покрашу еще в цвет, если он тут есть, блядь. Если он поставится, то это будет вообще топовая тачка. Ладно, погнали в тюнинг. Так, я заехал в тюнинг, блядь. Ну, я так заехал, чтобы тачку разбил, он, блин, еле проехал туда. Проход маловатый какой-то. Так, видите, основной дополнительный цвет транспорта через запятую. 164,0. Ого, вот это оно, так. Гидравлика. Не, ну это я буду сделать, если так, закись. 150 тысяч. Ну ладно, чё. Диски. Давайте попробуем диски поставить. Ебать на стиле, блядь, стиляга, ебать его в рот. Не, ну, конечно, эти диски поставим. Фу. Диски, закись, гидравлику, бля, не, гидравлику не хочу оставить. Ебать он теперь стильный, я ебу нахуй. Все. Все тёлки мои просто. Ёбаный брод. Нереально, ну, блядь. Ну, сейчас я его починю. Как сейчас он не очень выглядит поломанным. Ну, бля, вид имеет, пацаны, согласитесь. Вообще такой стиляга, бля. Ладно, погнали, короче. Починимся и продолжим. Да, ты чувствуешь, как это у тебя Хаммер, блядь. Ты подскочил на отбойнике. На лежачем, точнее, полицейские. Полицейскам, блядь. И тебя подкинуло, блядь, как не знаю кого. В натуре только что нитро врубил. Меня как подкинуло на этом лежачем полицейском, нахуй. Блядь. Чувствую, мы не доедем сейчас. Вот отвечаю. Так, видите, нитро. Мне ж хрено, что один выхлоп работает, но... Что есть, то есть. Видите, как он подлетает просто. Прикинь, такая туша у вас режется просто, ну, это будет полная жопа. Реально, ну, блин, он вид имеет, но сейчас починю, будет получше, я думаю. Блять, просто машина едет на последних силах. Я только что так въебался, четко прям. Ладно, сейчас попробуем доехать, не знаю, блин, надеюсь, он доедет. Я прям надеюсь. Я уже на штрафы даже еду, потому что, блин, сейчас, если он сейчас встанет, то все, я его не дотолкаю. А ремки здесь нету на сервере, поэтому... Ремонт только в одном месте, по-моему, даже. Хуй знает, я не помню, кстати. Бля, я помню, вроде здесь есть ремонт. Стоп. Аккуратно. Так, ремонт. Серьезно, ремонт. Все, заводим. Во. Вот это персик просто.
просто персик. Серьезно. Ну реально круто выглядит тачка теперь. Прям охрененно. Реально четко выглядит теперь. Надо, давайте вот так выйдем. Встанем возле него. Такой скриншотик сделаем. Вообще четко будет, отвечаю. Вообще заебись. Вот так вот, все, заебца. Теперь можно домой припарковать. Не, ну реально стильный, докажите просто. Вот цвет, конечно, может спорный, но он переливается просто. Красивый цвет. Диски вот эти оффроудные, прям, блин. Просто конфетка, реально. Просто я не ждал то, что Хаммер будет такой красивый, прям. Чётенький, пацанский такой, бля, хам, нахуй. Переезжать можно, блядь, людей, нахуй. Просто спокойно причем. Ну реально, машина такая, боевая. Хаммер хули, ебать. H2, ебать. Вот это вот подпрыгнул, нихера себе. Реально, чуваки, покупайте такую машину, вы не пожалеете. Бля, надо было гидравлику ебануть, но это было бы, конечно, перебор, я думаю. О, мой иксёнок арендованный стоит. Так, тебе надо куда-то эту хуету припарковать. Куда? Вот в чём вопрос. Я думаю, надо его перед Мерседесом поставить. Вот так вот. Хотя, блин, он потом будет мне мешать выезжать. А давай попробуем поставить возле BMW тогда. Так. Че. Бля, просто Хаммер большой. BMW нет. Так. Все, парк. Все, я успешно припарковал свою бричку. Ну ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на все райки, ищите новых серий. Всем пока-пока. I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the outside, I was from the north.